обсуждение. Вместе мы с ним делали. Странный человек, он просто тоже русский локал, тоже под наркотиками. Не обращайте внимания. Это абсолютно нормально. Каждый, кто находится на ГОА, под наркотиками. Но вернемся к нашей. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Крошкин. Я хотел бы рассказать вам о том месте, где я нахожусь. Сейчас я нахожусь на маркете. Это очень интересное место. Здесь людей. Очень оживленное место, огромное количество людей из разных стран мира. Я хотел бы немного рассказать им более подробно об этом месте. Здесь собираются люди, предоставляют различную продукцию. Вы можете посмотреть. Бывает различных направлений, но самое интересное, что интересует меня на маркете, я хотел бы узнать, как же живут в этой системе русские локальные наркоманы, которые приезжают сюда и начинают жить всю свою сознательную жизнь. А я попробую раскопать более подробно, для этого мне нужно арендовать небольшое помещение, точнее не помещение, а площадь, и разместиться точно так же, как все русские. Russian very nice, very good. Russian people who selling his stuff because of this TV show about how Russian making business in another countries. Yes. You can tell true story, don't worry. My friend, many Russian come here, they make good business, they sell dresses, they sell many things here, they make a good business in Goa. So Russian work good, yes? Yeah, Russian work very good, they make good money here. Thank you. Спасибо. Bye. Вы слышали, как относитесь к русским и некоторые местные жители. Я попробую все-таки открыть все карты и показать вам, что же происходит на самом деле. Следим за событиями внимательно.